Всем привет! Сегодня мы будем решать нашу старую проблему. Надо позвонить, а батарея телефона разряжена. Сегодня я покажу, как можно зарядить сотовый телефон при помощи радиоприемника. У нас есть вот такое радио, которое играет музыку. И расходов, чтобы еще платить за то, что можно достать бесплатно. То есть... И сотовый телефон, у которого разрядилась батарея. С помощью шнура мы подключаем радиоприемник к нашему разряженному телефону. Включаем радио. А потом смотрим с субтитрами. Радио заиграло, а наш телефон начал заряжаться. Зарядится он даже очень быстро, потому что в радиоприемнике батарея гораздо мощнее, чем в сотовом телефоне. Всем пока!